Доброе утро, друзья! Это Чандра, и он кормит наших черепашек. Иногда мы, иногда он. Сейчас покажу. Вот он дает им водички. Так, черепашки кушают, отдыхают, у них здесь прекрасные условия. How are you, Чандра? I'm good. Fine, very good. Очень хороший паренек. Вот так вот у нас здесь такое хозяйство. Там у нас хрюндель, курочки. Вот только что кормил курочек. Вот у меня тут ведерко. Вот так начинается наше утро, друзья. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Сышечек. Так, что здесь происходит, я не могу понять. Что происходит? Что здесь? Стирка? Стирка. Я специально для себя перенес. Вот я тут живу. Ага. Я тут дырку сделал, короче. Все, понял. Чтобы ты выходил, сразу стирал вещи. Нет, я буду кидать прям, сразу стирал. Так, у нас местный бутик, местный Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, все и сразу. Сейчас, подожди. Финишная прямая. Давай, покажи эту красоту. Опа! Ва, какая футболка. Ну... Сос, атакуют, чужие на остров идут. Вы посмотрите, что творится, это не шутки. Просто компания из людей. Сэшик, на страже острова, охраняй нас, ты единственный охранник. Просто какая-то банда людей пытается перебраться через океан, идут к нам. Даня, это беспредел. Тут же написано, приват пропити, приват на территории. Сейчас будем разбираться. Там вон какая-то вечеринка видно была, вон, видите? Тут ресторан шикарный. И с вечеринки кто-то решил продолжить, как бы, правда. Так, ребята вместо того, чтобы охранять остров, решили бороться. Ну, молодцы, конечно, ну, молодцы. Но только эти люди уже близко. Эти люди близко. Так, на страже острова, Цешик, атакую! Как выяснилось сегодня, у меня курицы очень любят капусту. Прям набросились на нее, смотрите, банда. До этого не кушали. А сейчас мы будем сажать... пальму, банановая пальма. Вот она как выглядит. Найдем сейчас местечко где-то, я думаю, вот здесь. Будет хорошее место. Так, ну вот мы пересадили банановую пальму. Прекрасно здесь смотрится, как будто здесь и была. Будут давать такие маленькие бананчики. Следующий шаг пересадить папайю. Здесь уже для корня мало места, и нужно тоже найти какое-то местечко. Я думаю, где-то здесь мы посадим папайю. А еще вон у меня алоэ растет. Малыш, что делаешь? Я учусь. Чему учишься? Да, я не скажу. Что за лекция у тебя? Не секрет, у меня там лекция. У меня уже 28-й урок. Ну ты молодец, прям школьница. Так, девчонки готовятся на открытый чемпионат Сейшел по танцам. Так, ребята, как вы думаете, получится завоевать первое место? Так, с синхроном есть проблемы. Так, Сейшик, иди разберись. Иди научи танцевать как нужно. У меня была хорошая тренировка. После каждой хорошей тренировки нужно хорошо поесть. Мой ужин на сегодня — это борщ. Майя приготовила. Креветки я приготовил. И оливки Ромашов принес с кухни. Все, всем приятного аппетита. На завтрак у меня сегодня куриные сосиски и салат. И да, доброе утро, мы уже готовимся на лобное место. Так если вы друг друга не можете забыть, почему бы вам не пообщаться? Я не понимаю, в чем дело. Если вас друг друга тянет, вы друг друга до сих пор вспоминаете, пообщайтесь. Поговори с ними по отдельности, сядь с мужем, поговори, скажи, какие претензии к родителям, сядь с родителями, поговори, спроси, какие претензии к мужу, и постарайся решить эту ситуацию, отталкиваясь от того, какие у них претензии друг к другу. Мужчина врет в тех ситуациях, когда знает, что после его правды последует скандал, либо ваше грустное лицо, и вас не устроит его правда, поэтому подумайте об этом. Говорите с ним о том, чтобы час-два в день он обязательно уделял вам. А с зависимостью от компьютерных игр стоит бороться. Но не так, что вы будете орать, нет, не играй. А нужно подумать, может быть, какой-то центр. Уже написала у себя в посте, так что читайте и хвалите. Ну так прекрасно, прошел курс реабилитации, это вообще замечательно. Так живите, наслаждайтесь жизнью, насыщайте свой каждый день новыми позитивными событиями и делайте так, чтобы для него это было эмоционально интересно. Ты что, с ума сошел название менять? Никакое, не меняй. О, это самое простое. Если ты замуж за него хочешь, то не уходи. А если не хочешь, то вали побыстрее. Представь, что лет через 20 вы с ним все еще вместе. Вот скажи мне, тебе приятно будет рядом его с собой видеть, с его всеми минусами, плюсами и так далее? Если нет, то надо валить. Если да, то нормально. Вы только посмотрите, как мне повезло. Мне муж приготовил обед. У меня в сливочном соусе, мамма мия. Греночки. А не гренки, жареный хлеб.
с повидлом, с чайком, а здесь с чесночком. И сам сидит, кушает. Умничка какой! Какой умничка!